43 губернии. Нет ни одной такой, в которой бы на одного родившегося не приходилось два умерших, а то и более. 5 лет это 7,5 миллионов. Это столько, сколько за Великую Отечественную войну потеряла Германия, воюя с нами. На данное время идет Великая Отечественная война, идет геноцид российского народа. На данное время бездетных детей больше, чем после гражданской Великой Отечественной войны. И с полной ответственностью вам говорю, нас не запугать. Мы не раз были под смертью. Нам нужна ваша помощь. Армия обижена, армия унижена, армия не с теми, кто сейчас у власти. И если мы соорганизуемся, народ и армия будут едины, мы свернем шею предателям. Спасибо вам! Я почувствовал, что есть какая-то появляться крепость начинает. Вот. И эти, конечно, рохлиных мы сметем. Вот. От их, понимаешь, таких антиструктивных, конструктивных действий. Нет, такие нам не нужны. Представляете себе, если женщина взяла, потренировалась там в стенку, ночь полная, она идет сюда, подкрадывается к мужу и стреляет ему. То есть стреляла как? С правой руки или с левой? Удобнее с левой, но она не левша. Возбуждено уголовное дело, арестована его жена, задержана, точнее говоря. Соответствующее официальное сообщение дал уголовный розыск по моему поручению. Ведется следствие. Похоже, семейно-бытовая драма. Пока комментировать больше нечего. Рохлиной предъявлено обвинение по статье 105 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации за умышленное лишение жизни. Как только я ее увидела, первые ее слова были о том, что я все беру на себя, я не хочу вашей смерти. Они мне угрожали. Я буду делать все так, как мне скажут, потому что я вас очень сильно люблю. Расследование обстоятельств гибели генерала Рохлина подключены лучшие силы, эксперты-криминалисты Министерства внутренних дел и прокуратуры. Но уже сейчас мы имеем все основания утверждать, что гибель генерала Рохлина не связана с его политической деятельностью в качестве депутата Государственной Думы Российской Федерации. Каждый день какие-нибудь новости есть, но каких-то таких сногсшибательных, которые опровергали бы нашу основную версию и, скажем, обосновывали бы иные версии, в том числе о политическом характере убийства, таких новостей нет. Thank you.
31 августа 1994 года. Прощальный военный парад на Берлинской земле. Русская армия, победившая германский фашизм, навсегда покидает Восточную Европу, символизируя тем самым полную и окончательную победу капитализма над социализмом. В Россию из Германии вернулось более 300 тысяч военнослужащих. Войска выводили фактически в чистое поле, а затем большинство из них были расформированы. В новой, демократической России полным ходом шла военная реформа, результатом которой явились отсутствие условий для жизни и службы, невыплата зарплат и пенсий, закрытие военных училищ и академий. Дошло до того, что в полках осталось по 5-10 солдат, и офицеры вынуждены были ходить в караулы, а по ночам, чтобы прокормить семью, охранять коммерческие ларьки и проституток. Те же, кто не смог приспособиться к условиям нового времени, кончали жизнь самоубийством. В это смутное для России время Лев Рохлин принял командование над 8-м гвардейским армейским корпусом в Волгограде. К этому времени за его плечами были Ташкентское высшее общевойсковое командное училище, которое он окончил с отличием, службы в Германии, Заполярье, Афганистане, Туркмении и Закавказье, военная академия имени Фрунзе и академия генерального штаба. Он перенес операцию на позвоночнике, сломанном, когда вертолет, в котором находился Рохлин, упал на афганские скалы, подбитые маджахедами. Среди его наград были 2 ордена Красной Звезды и 2 ордена Красного Знамени, советский и афганский. Представлялся Рохлин и к званию Героя Советского Союза. Советский Союз. Великая держава. И кто в то время мог предположить, даже подумать, что страна, победившая фашизм, с лучшей в мире армией и народом, закаленным в труде и боях, совсем скоро перестанет существовать? Что враги победят ее не в сражении, не в открытом бою с помощью снарядов и ракет, танков и самолетов, а разрушат ее изнутри, найдя предателей. Коммунисты и иуды, купленные славой, властью и богатством, разрушат Советский Союз, и он падет и навсегда уйдет в историю, канет в лету. Придут другие времена. Перестройка и гласность, свобода и демократия. Сельхозреформы, проводимые правительством Ельцина, отсутствие работы, невыплата пенсии и пособий заставит многих людей покинуть родную землю и податься в город в поисках лучшей жизни. Но и здесь будет не лучше. Безработица, пьянство, наркомания. Потеря старых прочных нравственных ориентиров и, как итог, демографическая катастрофа. Смертность в России превысит рождаемость. Для уничтожения экономической мощи России западные спецслужбы разработают план под кодовым названием «Приватизация». А российские младореформаторы, прошедшие стажировки за границей, воплотят этот план в жизнь, скупив за бесценок крупнейшие оборонные предприятия, заводы и фабрики, конструкторские бюро и институты. После чего все эти гиганты индустрии, обеспечивавшие безопасность России, ее мощь и славу, будут приведены к банкротству и полному упадку. В стране появятся те, кого впоследствии журналисты назовут олигархами. Именно они помогут Западу развалить российскую экономику, уничтожить национальную промышленность и сельское хозяйство и стать хозяевами несметных природных богатств некогда великой державы, приобретя их по дешевке. Сколотив немыслимые капиталы,
от приватизации государственной собственности, создав новые банки, биржи, корпорации и холдинги, в правительстве России и Государственной Думе соберутся люди, осознанно предавшие интересы России и ее народа, объединившиеся в мощный кагал для дальнейшего обогащения и претворения в жизнь главной мечты Запада – расчленение и уничтожение Советского Союза, а затем России. Пока русский народ умывался собственной кровью и любовался свободой, демократией, толерантностью, западные спецслужбы при содействии кремлевских демократов разработают план начала гражданской войны в Чечне. Чеченским сепаратистам помогут не только финансами и нефтью. При выводе российских войск из Чечни дудаевцам оставят огромный арсенал оружия, которым можно будет оснастить 4 развернутые армейские дивизии. По плану Запада, после победы чеченцев и объявления суверенитета Чечни от России должны будут отделиться Татарстан, Башкирия, Якутия и другие регионы. А кремлевские демократы надеялись списать на войну с Чечней экономический кризис и задействовать целую армию безработных, доведенных до отчаяния людей в погонах, которые открыто говорили о предательстве Ельцина и решимости идти на Кремль с оружием. Война была при дверях, а родину-мать защитить было некому. В этом корпусе давным-давно никто и слова-то не слышал о боевой подготовке. И вдруг приходит самодур, который выгнал всех в поле, который день и ночь заставляет заниматься полем, который проводит учения, поднимает по тревоге, снимает с должностей за то, что техника вовремя не вышла, за то, что техника не боеготовна. И когда командиру артиллерийского полка поставил 2, и за командира полка полк оставил еще на 2 недели заниматься боевой подготовкой, то вы можете представить, какие настроения царили. К примеру, созданный мной разведбат, который превышал по штату штатную численность минимум почти в 2 раза, вообще месяцами не уходил с поля, месяцами напряженнейшие занятия, день и ночь, в том числе прихватывая субботу, прихватывая воскресенье. Были заменены многие офицеры, и на их место поставлены добросовестные офицеры, которые имели желание служить, и не просто служить, а служить и работать в полную силу. За короткое время с батальона, который числился лишь на бумаге, было подготовлено действующее подразделение, которое могло эффективно выполнять боевые задачи. Разведывательный батальон 8 месяцев из 12 находился на полигоне, на Прудбойском учебном центре. И в течение этих 8 месяцев проводились многокилометровые марши. Мы изучали различные способы десантирования, мы изучали способы маскировки, разведывательно-засадные действия. Мы получили БТРы, причем получали их достаточно с большим трудом. Техника была старая. По опыту Афганистана знаю, что для того, чтобы БТР выдержал гранатометный удар, значит, его желательно обвешать.
ящиками с боеприпасами, мешками с песком. Все, всем этим занимались у меня как раз командиры рот, командиры взводов, механики-водители. А остальные готовились непосредственно к действию на броне. Но никто, еще раз говорю, процентов 80 не верило в то, что будет война. Хотя Рохлин на всех совещаниях говорил: ребята, не верьте тому, что решится мирно. Будет война. И война будет похуже Афганистана. И требовал, чтобы обязательно были люди готовы, техника была готова именно к боевым действиям. Практически он жил в машине. Даже два штатных водителя, которые у него были, они не выдерживали тот темп передвижений, который задавал себе Лев Яковлевич. Такое надо было иметь стремление, здоровье, нервы. Если за сутки поехать в подчиненные части, которые располагались в Капустином Яру, да, потом с Капустиного Яра заехать на полигон Прудбой и еще уехать за 200 километров, где располагались наши артиллерия большой мощности. Это в районе Урюпинска. Один из дней меня к себе вызвал командир корпуса Лев Яковлевич Рохлин. Я не знал, зачем вызывает. Когда приехал, он спросил меня, почему танкисты стреляют на неудовлетворительную оценку. И спросил, с чего вы стреляете с танков. Я объяснил, что со вкладных стволов. Это объясняю, что в танковый ствол вставляется ствол, и маленькими пульками выполняются те же упражнения, что со штатными снарядами. Он понял, он вызвал начальника службы РАФ, ракетно-артиллерийского вооружения, поставил ему задачу привести на танковую директрису для стрельбы из танков штатные снаряды. Результаты пошли в гору. Где-то, наверное, через месяц-два уже стреляли уверенно, на хорошо и отлично. Естественно, за все свои жесткие требования, за неугомонность Рохлин получил прозвище «Самодур», потому что многим офицерам не нравилось, когда домой приезжали раз в несколько суток. Но уровень боевой подготовки благодаря «Самодуру» значительно вырос буквально за полгода. Начали переосмысливать состояние отдел и те командиры и начальники, которые изначально Рохлина называли «самодуром». Особо пересмысление это пришло после выполнения группировки войск корпуса боевых задач в Чеченской Республике. Он требовал очень многого от людей, и мы тогда не могли предполагать, как сложится политическая ситуация. Просто мы отдавались своей работе, как могли. Это очень многим спасло жизни потом, когда уже пришло время показать, чего мы умеем. Мы начали проводить реконструкцию маршрутов. Проехал я по выделенным нам маршруту и понял то, что мы до района сосредоточения не дойдем, потому что дорога одна, слева река, справа буквально 200-300 метров начинается предгорье, населенные пункты с оборудованными противотанковыми средствами, противотанковые пушки, ПТУРы. И уже непосредственно при подъезде к самому Грозному мощная система именно противотанковой обороны. Рассчитывали, что мы пойдем через Хасавюрт, и начальники знали, что нас пошлют на Хасавюрт. И мы подготовили карты, послали майора, который объехал, по сути дела, все милицейские участки
чеченцев, дагестанцев, советуясь и прося помощи, что пойдет наша колонна, вы, пожалуйста, помогите. На этой карте были нарисованы позиции чеченцев, спрашивал, правильно ли нарисовано, все ли так. Я пригласил первую, точнее, руководителя администрации города или района. Посидели, как следует, выпили, тоже попросил у него помощи, чтобы он мне помог провести колонну, помог провести учение. А пошли в другую сторону и по бездорожью через пустыню, сделав огромный крюк, вышли, и никто из чеченцев даже не мог предположить, что мы идем. И подъезжает комендант Натеречного района, чеченец. Нет, мы не пропустим, положим женщин, детей. Я говорю, вы знаете, я воевал в Афганистане. Он махает рукой. Там, говорю, такие необразованные эти афганцы. Такие грязные. Он махает головой. Да, это правильно. Он говорит, вот у них отличие одно от цивилизованных чеченцев. Они впереди себя, женщин и детей, не пускали. А тут он, у него физиономия вытянулась. В Чечне, скажем так, сфокусировался весь его опыт не только афганский. Он же достаточно долго служил на Кавказе. И все события политического и полувоенного характера, криминального, все отразились, так сказать, на его службе и на его действиях. Это и события, как бы тбилисские события, имеется в виду, вот деятельность в Мхедрионе, значит, вот эта идеология Грузия для грузин, которую Звиад Гамсахурдия проводил. Потом в Карабахе война фактически, да, конфликт между Арменией и Азербайджаном по поводу Карабаха. Он тоже находился в центре этих событий. Поэтому он знал уже расклад местных кланов, эти традиции, что они добиваются, каким образом они будут добиваться. Для него не было уже к моменту вот Чечни, для него не было уже тайн, как, что и чего. Уже в это время звучали крайне неприятные вещи, что пошли пограничники по моему маршруту, от которого я отказался, Хасавюрт. И около 80 человек взяли в плен. Уже шла информация о том, что в Назране разгромили колонну. Уже шла информация о том, что в упор установка «Град» расстреляла второй раз колонну. То есть шли везде одни неприятности. Все, кто с развернутыми знаменами продвигались по шоссейным дорогам с комфортом, были встречены специально выставленными боевиками людьми, обычными гражданскими жителями, женщинами, детьми, стариками, за которыми стояли автоматчики. Достаточно было, по сути, для каждого командира принять решение остановиться, вступить на путь переговоров. По определенной команде люди ложились на землю, а за их спинами вырастали гранатометы, пулеметы, автоматы. И колонна расстреливалась. Обошли Червленую, вышли напрямую к реке, форсировали ее в течение ночи и вышли к Грозному, нависнув над ним, не потеряв ни одного человека. Декабря руководством округа была поставлена задача захватить, разминировать мост в районе станицы Петропавловска, который открывал дорогу непосредственно уже до Грозного. Там, если мне не изменяет память, до Грозного было 16 километров от Петропавловки. И должны были разминировать, и в 7 часов утра должна была пройти колонна парашютно-десантного полка. До взятия Грозного мною была проведена операция по захвату моста, усиление Петропавловска. Чеченцы прекрасно понимали важность его. Около 300 человек-наемников находились на этом мосту. Моих поползло 80 человек. Я принял решение обойти этот мост,
через Арык переправились, развернулись в цепь. Значит, задача у нас была поставлена однозначно. Значит, к рассвету взять мост. Но мы выдвигались ночью, еще когда темно. К рассвету мост захватить и продержаться 2 часа. 2 часа всего лишь на все. Через 2 часа подойдет колонна 104-й воздушно-десантной дивизии. Ночью разведывательная группа скрытно выдвинулись в район. Охрана моста была ликвидирована, мост разминирован. Но 7 часов парашютно-десантного полка не было. 8 часов утра его не было. С началом рассвета начался бой. А в ночь туда еще подтянулись боевики. И общая численность была около 1500 человек. Когда пошел 5-й час боя, у разведчиков боеприпасы кончились вообще. И тогда Лев Яковлевич Рохлин подошел, увидел моих разведчиков. Вот они стоят. Да, они стояли, стояли в лощинку, скрылись от огня. И они ему показали, передергивают магазин, автомат и говорят, нет боеприпасов, нету. Но ситуация складывается такая. Впервые разведчики понесли потери. Это был для них первый бой. И настала просто деморализация. Сбились в кучу, прячутся за технику, никуда не хотят идти. И вот там мне пришлось в полный рост встать на брусвер, разгонять ребят литературными словами, показывать пример на себе. Рохлин зовет меня, пошли. Офицеров собрал, ну-ка оставить каждому по магазину. По магазину, а у каждого там минимум по 4 магазина, у некоторых по 6 магазинов. Остальные боеприпасы разрядить в ящик. Вот они прям все как есть в кучу. 7,62, 5,45, винпатроны, все туда. Сыпали, и получилось 2 ящика. Вот как каждый боец взял по 1 ящику и отнес, кому кончились боеприпасы. И мы еще сутки вели бой. Лев Яковлевич на протяжении 18 часов боя несколько раз был непосредственно рядом с разведбатом. А ваш покорный слуга, дабы моральный дух поднять солдат, просто раздавал солдатам ириски в окопе. Не поверите, но у людей, которые просто смотрят в глаза смерти, которым дают конфету, говорят, Вась, ты будь спокойнее, все будет хорошо. На, вон, пожуй ириску. Ну, может быть, кто-то смотрел как на умалишенного. А многие переключались на секунду от ситуации смерти к ситуации жизни. Когда я вылез из танка, смотрю, сзади танка у меня стоит Лев Яковлевич Рохлин своим адъютантом. Меня, конечно, это удивило. Без бронежилета, без ничего. Он пришел для того, чтобы самому лично увидеть, что творится на передовой. Уточнил, как обстановка, я ему доложил. После этого еще постояли, покурили, пока боеприпасы загружали. И он пошел дальше по позициям, по передовой. То есть не ушел он там, не уехал, хотя мог находиться на своем КНП и оттуда наблюдать, указания давать по связи. То есть сам лично был на передовой. Для нас это было удивительно. У нас позиция была невыгодная, открытое поле. С той стороны лес, что позволяло незамеченным выдвигаться подразделениям противника и вести огонь непосредственно с лесной зоны. Но, тем не менее, мост был удержан, а колонна парашютно-десантного полка подошла только через 2 суток. Это была первая операция, где мы все же понесли потери. Этот мост и эта захваченная дорога сыграла чрезвычайно
важную роль. С Львом Яковлевичем Рохлиным нас свела судьба в декабре 1994 года. Он в это время находился в местечке Толстов-Юрт. Вот я прилетел туда. Мне сказали, вот идет группа офицеров. Вот центр – это генерал Рохлин. Если бы мне не сказали, что это генерал Рохлин, я бы ни в коем случае никогда бы не поверил, что это генерал. Это в обыкновенном бушлате, в пятнистом, как и все офицеры, как и все солдаты, в сапогах, шапка-ушанка с распущенными клапанами. С первых минут он меня подкупил. Вот при всей его, казалось бы, может быть, порой несдержанности, активности, наступательности, порой грубости, дерзости, он очень бережно относился к солдату, к офицеру. Очень бережно. Рохлина я впервые увидел в штабном вагончике в Толстом юрте. Привели знакомить как журналиста, когда приехали. И вот впервые за, наверное, уже недельное нахождение в районе боевых действий я увидел человека, которого за генерала сразу-то и не признал. Выглядел он достаточно так по-деревенски. За столом сидело несколько человек в камуфляжах. Кто из них генерал был, непонятно. Треснутые очки, взгляд такой усталый. Первое впечатление осталось бригадир, посевная, тяжело. Потом мне как бы было позволено делать все, что угодно. И первое, с кем я познакомился, это с разведчиками генерала Рохлина. И там я дал впервые оценку Рохлину, публичную, скажем так, уже на всех. Сказал, вялый какой-то. На меня посмотрели так, как будто я, если не враг номер один, то вообще, так сказать, человек случайный. Неожиданно для меня было принято решение поступать 31 декабря. Спрашиваю, какая задача мне? Ладно, ты находишься в резерве, обеспечь левый фланг основной группировки, северной. Иди вот по таким-то улицам. Во-первых, мы знали, что нас ждут. Нас ждут по дороге, асфальтовой дороге, ведущей в Грозный. И знали, что там подготовили, нам передали из оппозиции информацию, что там две бензоколонки рядом с дорогой, они подготовлены к взрыву, что огромное количество заготовлено на всех участках гранат, в том числе и бутылки с зажигательной смесью, что такое-то количество техники. А кроме всего прочего, что подготовлены засады на русском кладбище. Задача была поставлена Льву Яковлевичу на карте нарисованная, которую ставил Квашнин, выдвигаться по Первомайскому шоссе со стороны Толстого юрта. И по Первомайскому шоссе, это центральная улица города Грозного, которая идет с севера от аэропорта прямо до дворца Дудаева, мимо Института нефти и газа, мимо Совмина и выходит на центральную площадь. Ставлю командира 33-го полка, хотя назывался полк, а по сути дела был сводный батальон, задачу захватить переправу через речку по тому шоссе, где меня ждали. И начать готовить, развертывать мосты, готовить переправу, вести бой, подготовить плацдарм, и ты пойдешь вперед по этой дороге. Командир полка, полковник Верещагин, не знал, что эта задача ему ложна. Я даже ему не сказал.
А мы подготовили маршрут, разведывали его разведчиками и пошли по бездорожью. Боевики нас ждали по Петропавловск шоссе и ждали нас со стороны аэропорта Грозный Северный. А получилось, мы между их боевыми порядками вклинились по целине и вышли прямо мимо русского кладбища, вошли в город. На мосту нас поджидала засада, причем противотанковая засада. Они практически в упор открыли огонь по мне. Значит, развернулись мы, не выходя, пехота не спешивалась, открыли огонь из КПВТ. Значит, всю полностью, все эти две пушки расстреляли, уничтожили практически всех. Но было у меня подбито два БТРа. Один упал в Сунжу, там никто не пострадал. Ну, ошалевшие, мокрые, все вылезли. А второй БТР, он был на ходу, но туда попал снаряд. Снаряд пробил два борта и оторвал голову одному солдату. И он у нас остался в БТРе. Ну, Рохан, есть? Я говорю, есть в БТРе. Где БТР? БТР простреливается. Не могу достать. Он, ты что, бросишь? Я говорю, конечно, нет, не брошу. Это ясно и понятно. Необходимо было вытащить. Ну вот, когда вытаскивали, да, грех такой у меня есть. Двоих я еще потерял. Когда вытаскивали это тело. Потом поступила команда, ты занял консервный завод? Я говорю, я его не вижу. Он говорит, что он себе представляет? Говорит, маленькие здания и белый забор. Я, так он сзади меня, все, говорит, занимай. Ну, я смотрю, навстречу КамАЗ летит. Поняли, что что-то не то, дал наводчику команду стрелять. Наводчик растерялся, ну, первый бой. Наводчика вытолкнул, залез сам, со второго выстрела попал в КамАЗ. Как потом оказалось, скорее всего, был со взрывчаткой. Смертник или кто там. КамАЗ детонировал так, что разорвал, а водитель аж вылетел через кабину, повис на проводах. Тихонечко отошли назад. Потом я первым, на первой машине пробил ворота, с пехотой заскочили. Ну, вот, появились раненые. Ну, на передовую, реально, до духов было там метров 100, наверное. Рядом через дорогу был кирпичный завод, а там были уже боевики. Турки и азербайджанцы, серые волки, до 80 человек группа была. Я располагался, работал в основном в штабе, первые дни в штабе там на консервном заводе. А в последующие дни Лев Яковлевич переместился на территорию горбольницы, в самое, собственно, пекло. Там в одном из подвалов расположен свой штаб, расположен свой центр боевого управления. И я находился тоже там вместе с ним. Я скажу, что он действовал очень грамотно, очень разумно, твердо управлял войсками, и причем управлял не... как-то не по-командирски, как-то спокойно, мягко, но все его приказания выполнялись оперативно, быстро, с полуслова. Некоторые кадры съемок, которые проводились на консервном заводе, запечатлили его склоняющимся над картой. Он не чурался никогда, как он выглядит перед камерой, не перед камерой. Для него было важно правильное решение боевой задачи и сохранение жизни людей. Я познакомился с ним, когда мы оказались у него в штабе в районе консервного завода, в этих подвалах. Мы тогда трое суток практически не ели ничего горячего. Был холод, промозглая погода, вот эта грозненская сырость, которая проникала. У нас были пуховики уже, набравшие влагу. И вот первый момент, когда мы закатились к нему в этот штаб, да, он повернулся и сказал ординарцу: «Так, снимайте куртки, два больших, две кружки горячего чая ребятам». Мы так удивились. Ну как, ну вот мы вошли, да, мы пришли на интервью, а тут такое отношение — чай. И вот, выпив чая, погревшись у печки, придя в себя, мы уже взялись за это интервью, которое, собственно, он понимал наше состояние в этот момент. И в дальнейшем все мое общение с Львом Рохлиным строилось именно на каком-то доверительном таком отношении. Он ничего никогда не скрывал по текущим вещам. Вот то, что было в Грозном, он говорил открыто, что и о потерях, и о том, с какими сложностями он сталкивался. И у него очень много было друзей среди журналистов.
именно потому, что он был открытый и честный человек. Танк один подбит? Рафикова. Рафикова. Может, у него там нагнетатель выиграл. Ага, ну ясно. Как видите, идет война. Идет война. Настоящая, с обученным. Рафикова один танк подбит. С сильным противником. И по этой причине, когда где-то кричат, что мы зашли в мирный город и, так сказать, кого-то обижаем, то можно сказать, еще надо подумать, кто кого обижает. Я считаю, то положение дел в Чечне, которое творилось, оно не должно было оставаться таким же. И то, что они готовились к войне, то, что все деньги, обираемые у своего народа, пускали на подготовку к войне, нет сомнений. Вы видите по отдельным эпизодам, что это так. Чувствовалось, что он был, конечно, уставший, не спавший несколько дней. Вот, заросший щетиной. Вот, такой, вот. Это, наверное, запечатлел потом Александр Невзоров, который как раз в это время, в эти дни тоже был, приехал на съемку. Кстати, не только Невзоров, там вот, тогда приехал Миша Леонтьев, с ним была еще одна корреспондентка, ее звали Мария. Ночевали они в моем расположении, вместо подушек, я им ящик с гранатами положил под голову, и они на этом и спали. Вот. Спать было не на чем. Да, я, значит, помню, как я ребят спрашивал, как вы моетесь. А там кругом огромное количество компота. Вот они консервные же зовут, да? Типа трехлитровые банки, пятилитровые банки с разными компотами. Мы вот этим моемся. Я говорю, а вы же липкие. Ну, говорит, облизываем друг друга по ночам. Ну, вот. Взяла, значит, вот еще коньячный завод будем брать. Вот там будет веселее. Следующий приезд наш как раз взяли коньячный завод. Осмотр ближайших улиц, особенно Петропавловского шоссе, показал, что если мы там заходили, нас просто бы сожгли. То через каждые 6-8 метров были оборудованы окопы, а там идет сплошняком, идут заборы вдоль улицы. Пробиты амбразуры, причем очень хитро один кирпичик вынут и в разных направлениях, то есть сектора обстрела окопчики. И прям видно было, что было очень много гранатометчиков. Почему? Потому что лежали пеналы от зарядов КРПГ-7. И фактически, если бы он пошел по направлению, то группировка была бы в упор расстреляна с фланга. И не только это, еще там еще перекрестки были заминированы. Перекрестки были заминированы и управлялись они по телефону. Причем по телефону по проводам с АТС. Когда мы вышли и захватили консервный завод, то опять остатки тыла оставили там. И уже вперед пошла только техника боевая. И двигаясь каждых 50 метров вперед до очередного перекрестка, она оставляла технику. И чем дальше мы шли, тем техники оставалось меньше. И вот тут мы услышали по рации исключительно радостные доклады о том, что прорвались, о том, что без сопротивления всякого идем, о том, что вышли уже почти к дворцу. И мы, ввиду того, что расставляли технику, они просто мчались, двигались медленнее. Вот здесь, конечно, я вот уже по-другому его начал оценивать. Во-первых, что человек бесстрашный, вот с очень сильной силой воли. Это проявилось в том, что когда мы двигались по улице Первомайской, везде шел обстрел, то Рохлин всем своим видом показывал, что он смерти не боится. И, можно сказать, даже демонстративно не спустился вниз в башню БМП, не закрылся люком, а находился сверху на броне вместе с солдатами. И вот тогда первый раз закралась мысль о том, что вот с таким командиром и воевать можно, и будет очень стыдно, если ты в бою струсишь. Для него человек, который в какой-то тяжелой ситуации
трусил хотя бы на секунду, уже был человеком, который не заслуживает уважения с точки зрения его мужественности. Это касалось всех. Это могло коснуться любого заместителя, от солдата до генерала, находящегося рядом с ним. Он любил повторять о том, что человек проверяется в трудной ситуации. Не тогда, когда он кушает суп рядом со своими коллегами или отдыхает, а именно тогда, когда совсем плохо. Его классная руководительница Римма Константиновна рассказала мне историю, в которой Рохлин проявил себя так, как никто не ожидал. Его всегда считали в школе, по ее словам, таким тюхой-матюхой. Достаточно был спокойный, добрый и никаким образом себя не проявлявший. Никаких признаков, так сказать, будущего генерала или там бойца не было. А тут женщина, девочка новенькая появилась в классе. Вот. И нечто возникло. То ли любовь, то ли еще что-то. Но, естественно, конкуренция старших здесь возникает. Рохлин вызван на разборку. В разборке сверкнул нож. Рохлин там получил какие-то травмы определенные, порезанные. Есть фотографии, на которых он с забинтованными руками играет в шахматы. Вот. Я сначала думал, что это какие-то там бытовые вещи, а потом Римма Константиновна мне пояснила, что это было в результате, значит, вот такой драки, в которой оказалось, что Рохлин совершенно сдаваться не собирается. И, по крайней мере, за женщину, за любовь готов постоять и рискнуть жизнью. Все считали, я так клянусь вам, считал, что взятие Грозного – это мелочь. Это факт уже почти свершенный. И что тут нет никаких проблем. Потом мне передают слова министра обороны Грачева, что этот хваленый афганец, что он там отстает. В общем, эйфория и радость великая. Вот одна из особенностей его, да, это человек, который никогда в жизни не спешил. Он редко давал какие-то обещания сразу. Он продумывал долго, порой мучительно продумывал какие-то решения. Принимал решения в противовес тому, что диктовали ему сверху. Он воевал своим умом. Вот что удивительно. Мы вынуждены были продвинуться вперед до городской больницы и заняли эту больницу по времени как раз к сумеркам. И вот в сумерках и началось то несчастье, о котором знают все. Главный урок в Афганистане Рохлин получил вследствие снятия с должности командира полка. Маршал Соколов поставил задачу. Значит, поступила информация о том, что в районе крепости Карана-Мужан находится большая банда, значит, душманов. Авиация нанесла удар, и Рохлин получил задачу проверить результаты этого удара. Проверять, как сам считал Рохлин, было не с кем и нечего. Такие удары всегда как бы ни к чему особо не приводили. Бомбить в горах какой-то там, значит, объект – это всегда проблематично. Ну и попадает он, естественно, в засаду. Бой, в котором потери там оцениваются в 12 человек погибших и там около полусотни раненых.
И на вопрос маршала, а как же так получилось, командир, он ответил не сдержанно, мягко говоря. Ответил, как приказали, так и получилось. Его отстранили от должности командира полка и никуда не судили, не отправили даже в союз там. Его назначили заместителем командира 191-го полка мотострелкового. Были какие-то страшные случаи, когда человек приехал к нам домой, привез от отца вещи и сказал, что больше он ничего не может говорить. И все это было сказано так, как будто отец погиб. Ну и начали носиться, бегать во все органы, пытаться до Афганистана дозвониться, потому что стало страшно. Командир полка 191-го полка повел себя неадекватно, когда душманы окружили командный пункт полка при проведении одной из операций. Вот. И командир сбежал на вертолете. И Рохлин после этого был назначен командиром полка, и 191-й полк стал, в общем-то, его такой, ну, апофеозом его деятельности в Афганистане. Масса операций очень-очень-очень успешных, так сказать, которые, ну, на, уже как бы на оперативно, там даже стратегическом уровне решали задачи. Его фамилию лично знал Ахмадшах Масуд. И позднее Рохлин получил от него приглашение, значит, на приезд в Афганистан. Ну, в те времена, когда Ахмадшах Масуд еще сражался с талибами. Он считает, что это самый такой полезный урок, который он получил, значит, в Афганистане. Потому что мнить о себе очень высоко можно до определенных границ. Если тебя в жизни никогда не поставят на место, ты так и будешь думать, что ты великий, что ты все можешь и на все способен. Чеченская война, к сожалению, показала слабость на то время комплектования вооруженных сил обученными, пристреленными войсками. Поэтому подразделения многие комплектовались на ходу. Если брать трагедии, которые произошли в это время при штурме Грозного, можно вспомнить очень много частей, комплектование которых проходило в течение 3-5 дней. У Рохлина части были скомплектованы таким образом, что Лев Яковлевич знал каждого командира, вплоть до командира в рот. Ну, во-первых, 131-я бригада не имела задач. Ей ставят задачу без тщательно продуманного решения по параллельному маршруту выйти и захватить вокзал. И она помчалась. Ну, проскочили, духи их пропустили, мимо президентского дворца проехали, вышли к железнодорожному вокзалу, технику выстроили на площади, выстроили. Даже ближайшие пятиэтажки не заняли. Но боевики подтянулись, и реально, что сожгли, остальное просто не дали к технике подойти. Рядом примыкал к нам 81-й полк. Если мы оставили минимум техники, и дорога оставалась свободной, была возможность маневра, то ввиду того, что толковых задач не было поставлено ни слева, ни справа у главной группировки северной, то они полностью, абсолютно забили улицу. Наступили сумерки. Чеченцы, заняв все высотные дома вдоль маршрутов 81-го полка, в упор начали расстреливать технику. Сперва в голове и хвосте, затем середину и выборочно все остальное. И, по сути дела, в течение ночи шло уничтожение.
помочь чем-либо в той неразберихе, которая существовала в течение ночи, я не мог. Мы в Москве ничего не понимали. Мы не понимали, что там война, там убивают людей. И отец звонил матери и попросил, чтобы все помолились за них. Потому что, видно, накал событий настолько был страшный. Это был в канун Нового года. Я ушел в железнодорожный вокзал со многими. Ну и там вот в течение, наверное, первых часов-двух я даже толком высунуться не то, что не мог, боялся. Ты толком не стрелял. А у нас, кстати, очень многие стрелять толком не умели из срочников. Офицеры, контракты, не вопрос. Это вот мне просто повезло. Я до армии стрелковым спортом занимался профессионально. Конец мастера спорта уже тогда был. То есть знал хотя бы, как целиться. Но пулевая стрельба и боевая стрельба, они отлично, абсолютно различаются. Там-то в тебя никто не стреляет. Наверное, где-то ближе к ночи затишье такое. Где-то на час, наверное. То есть вот Новый год. Вот тишина такая была, вот мертвая. Дорогие друзья, через несколько мгновений наступит новый 1995 год. Пусть в наступающем году исполнятся все наши заветные желания, свершатся все замыслы, воплотятся в жизнь все начинания. Пусть невзгоды обойдут стороной нас и Россию. Пусть будут эти светлые надежды. Как там эта ночь прошла, я толком не помню. Куда стрелял, тоже толком не помню. Так называется, показывали, где, что, как поддержать. Там в основном у нас контрактники вот эти и офицеры воевали, а мы так, как поддержка была более-менее. То есть раненых оттаскивали, все прочее. Паренек один, он высунулся. Ну как высунулся, то есть мы как высовывались? Мы вот высунулись, постреляли куда-то по направлению, где видно было, откуда они стреляют. Вот. И обратно скрылись. Вот. Он высунулся, и он начал прицельно по ним палить. Вот. И вот так вот через каску сюда, вот сзади такая дырка появилась, интересно, а я чуть дальше него был. Он, наверное, еще 2-3 раза после этого успел выстрелить. После этого так осел, еще, наверное, где-то минуту пытался подняться, стрелять, но не получилось. Потом БТР один помню. У него ходовую часть, по-моему, разбило, то есть он не мог двигаться. Механик выбрался, а наводчик, он, короче, он продолжал стрелять. Он, наверное, где-то минут 40-45, пока весь боезапас не выпустил, весь полностью, он оттуда не вылазил. Но когда вылазил, его сняли пулей просто. Прощай, 1994. Здравствуй, 1995 год. Праздником вас, друзья, с новым 1995 годом. Дальше события развивались так. Западная группировка так и не вошла в город.
Восточная группировка сбилась с маршрута, понесла потери и вынуждена была отойти. Северная группировка откатилась, за исключением разбитого 81-го полка и 131-й бригады, откатилась назад. И я остался, оказался один в городе. По 10-11 атак в сутки. И только то, что мы занимались боевой подготовкой, то, что были высоко обучены танкисты, артиллеристы, то, что для солдат автомат не был в новинку, это и спасло положение дел. И вот тогда обращается ко мне Квашнин с предложением принять командование северной группировки на себя. Я прекрасно понимал, что случилось, что такое 131-я бригада 81-го полка. Я сказал, да, я готов принять остальные части. Но 131-я бригада 81-й полк под свое командование я не принимаю. Выводите, принимайте решение, что делать и как. Я не собираюсь нести за них ответственность. Рохлин привык к солдату, который исполнительный, который все умеет, все знает. И когда он встречал отдельные группы, отвалившиеся от того январского штурма, да, новогоднего, и вот их встречали, он на них смотрел. Так, вы мне не нужны. Отмойтесь, поешьте, все, на большую землю. Мне вы здесь не нужны. Я не хочу, чтобы вы у меня воевали, потому что вы мясо. Вот с этим не мирился Рохлин. И не мог помириться, потому что он видел армию, как он ее видел. И главным критерием вообще, вот, допустим, какой-то победы в войне, у него было не то, что он возьмет какую-то территорию, а какое количество солдатских жизней он сохранит. Вот победа для него была. Когда ребята оставались живые. Да я ему, блядь, сапоги буду целовать. Он впереди солдата идет, блядь. Разве можно? Генерал-лейтенант, блядь, генерал-лейтенант. На БТР впереди, блядь, всех идти. Ты не остановишь его ничем. Он действительно... Ты про льва? А что ему? Да. Что ему остается делать? Он сам в прорыве, блядь. Весь этот корпус в прорыве. Ну, то есть сопротивляются отчаянно они, да? А? Отчаянно сопротивляются. Сопротивляются. Странный генерал. В своих треснутых очечках, камуфляже, на передовой, в рассыпающемся и горящем доме, ласковый и невозмутимый, даже не вздрагивающий, когда в его раскаленный по банному от пожара полуподвал рявкает очередной снаряд, так не похожий на генерала. И так беззаветно любимый даже самыми злыми и языкастыми, кроющими всех и вся солдатами. Плотность боев была настолько высока, что в те дни, когда вся Родина отмечала Новый год, и многие каналы соревновались презентации новых машин, на которых приехали звезды для съемок. Ребята, израненные и искалеченные, все-таки где-то внутри думали о том, что есть человек, который о них позаботится. И так и получилось. То, что мы здесь дошли, выполнили задачу, большая это заслуга нашего, как мы говорим, папа, генерал-лейтенант Лев Яковлевич Рохлин. Как? Лев Яковлевич Рохлин. Рохлин. Мы его зовем просто папа, отец. В боевых действиях, когда увидели, что все это принесло свои плоды, когда увидели, как переживает за людей, за выполнение боевой задачи сам командир корпуса, когда они увидели, что практически Рохлин все время находился на своем командном пункте на переднем крае боевых действий. Это и вдохновляло людей, и кардинально изменилось к нему отношение. Впервые прозвучало «это наш папа». И впредь за глаза только его так и называли. Вот приедет папа, я пойду на прием к папе. Первый
Наша победа после того, как мы чуть-чуть отряхнулись, была ночью захват высотного здания института, 16-этажка. Стояла высотка, ее называли иногда даже «Свечка». Новое здание института нефти и газа или административное здание института нефти и газа. И с этого здания территория, вся территория горбольницы была как на ладони. И там находились боевики. Им удобно было оттуда вести и наблюдение, и корректировку огня. Поэтому была необходимость срочно захватить это здание. Эти задачи были поставлены разведчикам, десантникам. И мы поддерживали их огнем, чтобы со стороны вокруг лежащих домов, зданий, туда, чтобы не просачивались. У меня были так называемые винторезы, а каждый винторез снабжался ночным прицелом. И мы всех снайперов поставили на территорию для наблюдения. Организовали наблюдательные посты ночью и днем вот этими снайперами. Они в ночные прицелы прошарили все окна, все, и выяснили, в общем-то, одно обстоятельство, что ночью боевики оставляли только дежурные расчеты и уходили по домам спать, по-русски говоря. Вот. И мы решили эту операцию провести ночью. Исключительную ценность представлял разведбат двойного штата и день и ночь занимающийся боевой подготовкой. Он действовал особым способом. Чеченцы были очень слабы в боевых действиях ночью. Чеченцы не были организованы командирами общевойсковыми, которые могли бы руководить их боем. Это были отдельные, высокоподготовленные профессионалы, наемники, побывавшие в нескольких войнах. И разведбат, проползая ночью в то или иное здание, если было сопротивление, уничтожал его. Если не было сопротивления, подтягивал на себя подразделение наше и шел к следующему зданию. С нами была еще одна группа. Группа с ФСБ числом 27 человек. Отлично подготовленные ребята, отлично вооруженные, экипированные. И они фактически выполнили роль группы прикрытия, которые где-то, где кто появлялся в окне, пока мы выдвигались, это занимали, они грамотно снимали всех. И таким образом вот эти две группы у меня дошли до верхнего этажа. Вот, здание было очищено, все выполнили безо всяких потерь. И как только мы захватили это здание, мы сразу решили возможность туда вести прицельный огонь, в том числе снайперов, вести прицельную корректировку огня артиллерии. Первые низшие этажи были отданы по спецподразделению, а вот на верхних этажах располагалось наше подразделение. В первую очередь зенитные подразделения. Были установки ПТУР установлены, зенитные пулеметы, снайпера и авианаводчики, артиллерийские наводчики также. Соответственно, они корректировали огонь, давали телеуказания, помогали Роклину принимать правильное решение для выполнения той или иной задачи. Здание само по себе почему было важно? Оно господствовало над всем районом, но еще немаловажно было, за этим зданием в глубине во дворах была телестудия дудаевская. И вот нам задача была поставлена вот с этой высотки штурмануть здание телецентра. Но что было плохо, они все ушли в подвалы, и было тяжело. Потом приняли решение просто огнеметами выжечь. Ну, нормально получилось. Телевидение перестало сейчас работать. Совет министров был исключительно выгодным опорным пунктом. Во-первых, очень толстые стены. Во-вторых, он... был завершающей, почти главной завершающей точкой для того, чтобы был захвачен дворец. Это понимали и дудаевцы, и прекрасно понимали мы. В подвалах Самина подземелье было. Это был защищенный командный пункт правительства Чечни, сделанный в советское время как противоатомное убежище. И они, и боевики располагались там. И вот в ночь на
13 января был назначен как раз штурм Совмина. Значит, мы должны были с востока вступать, 74-я бригада. А десантники с юга должны были, со стороны Сунчи наступать. А за Совмином сразу же президентский дворец. Мы сформировали несколько групп для взятия Совмина. Я с первой группой прошел через старое здание Института нефти и газа, туда ближе к Совмину уже. А между старым зданием нефти и газа и территорией горбольницы была небольшая площадь. И ее нужно было преодолеть броском. Вторая группа, там в группе было человек, наверное, 25, сосредоточилась у пролома, чтобы преодолеть эту площадь. Перед проломом стоял БТР-60, который прикрывал огнем. Группа была наша полностью экипирована, вооружена. Были огнеметы взяты с собой. Ну, естественно, средства взрывания и боеприпасы. Когда они сосредоточились у пролома за БТРом, этим 60-м для броска, в это время в бронетранспортер попадает мина. Причем попадает в заднюю часть, где топливо находится. И люди топливом где-то загорелись, начали детонировать и заряды, и огнемет. Кстати, вот когда Невзоров показывал фильм, где там руки, оторванные ноги валяются, это как раз группа Зеленковского. Зеленковский сам погиб в этой операции. 45-й полк ВДВ. У нас тогда было 8 погибших и много раненых. Исключительно тяжелую задачу выполнили десантники. Они, проведя несколько раз разведку, подползая к Совету Министров, Дому Совета Министров, подготовили ночной бой. И вот ночью здание Совета Министров было очень огромное, небольшая группа десантников ворвалась в это здание. Пошел очень тяжелый бой. Это здание было переполнено чеченцами. Я на помощь им выдвинул батальон 33-го полка, точнее то, что там было у него небольшое количество, отправил туда моряков. Когда их засекли, по ним открыли очень сильный огонь. И с той стороны солнца. А представляете, когда в парке лежат люди, готовые к броску, уже солнце поднялось, уже белый день. Слышу только беркут вперед. Ну, вперед, значит, вперед. А уже такой плотный огонь, что трассера, они прям как снег. Я в категорической форме, у меня сохранены журналы, отказывался от ударов авиации. Безопасное удаление от разрывов авиабомб 1100 метров. А у нас до дворца оставалось 200. Одна из бомб промахнула и ударила Совет Министров. Еще раз, вопреки моим предупреждениям. И мы понесли вторые большие потери в этом Совете Министров. Целый день практически мы штурмовали это здание. К вечеру он был захвачен, заняты позиции. Каждое помещение на первых этажах было оборудовано для отражения атаки. Потому что дудаевцы много раз пытались штурмовать, атаковать это здание. Применялась артиллерия, минометы. У них были и танки. Особенно они в сумерки, ночное время пытались несколько раз штурмом взять это здание. Но задача была выполнена. Поставлена Рухлиным, соответственно, кабинет Совмина удержана. И это позволило уже выполнить следующую задачу по захвату дворца Тудаева. Для того, чтобы можно было покончить с дворцом, необходимо было занять гостиницу «Кавказ». Я поставил задачу командиру разведбата выдвинуться и ночью и захватить эту гостиницу. Вдруг связь с этим разведботом пропала. Я нигде его не мог найти. То ли их уничтожили, то ли
еще что-то с ним случилось. Для меня это была очень тяжелая такая ситуация. Сердце сжатое, хотя это называлось разведбатом, но это было уже не боли роты. Больные, раненые, понесшие по самым разным моментам потери, батальон, не выходящий из боевых действий, небольшая рота. И вдруг полушепотом до меня доносится, прорывается писк, что они живы, кончились батареи. Рухлин вышел по радио. Я тебя прошу выйти к президентскому дворцу, занять Кавказ. Будешь представлен в звании Героя Советского Союза. Я еще удивился, почему Советского Союза. Ну, да я ему ответил, я говорю, товарищ комкор, прикажите. Я говорю, я вот просите, я не смогу, чисто психологически, я говорю, найду лазейку, чтобы приказ не выполнить. Хорошо, я тебе приказываю. Ну и собрались. Сверху приползают разведчики, слышим, говорит, духи разговаривают. Говорит, русские, говорит, в подвале сидят, говорит, к утру их как окружим, и все. Пришлось выскочить на улицу. Духи проспали нас прямо перед этой площадью. На цыпочках по битому стеклу старались не хрустеть. Днем повоевали, пострелялись с духами. Несколько человек убили. У меня появилось два раненых. А потом, когда вышли, у нас знамя было с собой, все, мы зашли в гостиницу «Кавказ», ну что, 30 метров. Посмотрели на президентский дворец. Не, не пойдем. Что-то так устали. Интересны были в ходе боевых вот этих действий перехват переговоров, в том числе Басарева. Мы его задавили. Задавили в буквальном смысле огнем, не давая ему пошевелиться. Он где-то был возле исторического там музея. И мы перехватываем разговор о том, что море раненых, море убитых, что, по всей видимости, это первый наш бой, где мы проиграли. Ну, мы не стали разъяснять им, что будет и второй, и третий. Потом, когда досматривали уже этот подвал, непосредственно этот краеведческий музей, в одну из комнат зашли, наверное, вот такая вот комната, и ковры. Понял, что-то мягкое. Дымаем, трупы лежат, ну, боевики убитые. И такое ощущение было, что они были не в бою убиты, а ранены и, походу, добили. И когда дошла очередь до дворца, у меня состоялся разговор с Масхадовым. Я ему говорю, ты понимаешь, что тебе конец? Смотри. Я тебе как командиру говорю. Правду я тебе перекрыл. И мы соединились с Западом. Кавказ и Совмин в моих руках. Мост перекрыт. Осталось 100 метров у тебя на юге. Сосед перекроет, и ты не уйдешь. Не уйдет ни один. Он в истерике разорался. У тебя, говорю, нет боеприпасов. У меня все есть. Говорю, я ж слушаю твои разговоры. И знаю, о чем ты говоришь. И какая у тебя ситуация. И Грозный был как надкушенное яблоко с двух сторон. Потому что с одной стороны шел Рухлин, а с другой стороны шел Бабичев. И вот они с двух сторон шли в сторону дворца. И во многом Бабичев с другой стороны повторял ту же самую тактику. Утром должен быть штурм. Не утром, а на следующий день штурм дворца. Мне предлагают сверху, давай нанесем авиационный удар. Я говорю, вы уже один раз нанесли. Тогда давай расстреляем с танков. Я говорю, вы представляете, что предлагаете? Я с этой стороны стреляю, а те по мне. Что ты предлагаешь? Отдайте, говорю, мне. Я дворец возьму разведчика. Я послал туда и впрямь разведчиков. Там был один или пара снайперов, типа камикадзе. Их снесли в шилки. И дворец взяли без боя. Решался вопрос,
кому повесить флаг. Ввиду того, что там был рядом командир 625-го полка, я говорю, кого решишь, кого направишь, те пусть и вешают. Но эпопея с захватом президентского дворца закончилась примерно вот так. На момент того, когда остался мой сводный отряд в центре города один, вокруг него и во дворце было около 6 тысяч человек. Если считать, что на переднем крае моих было 600, а в общей сложности около 1000, то это было примерно 10-кратное превосходство чеченцев над нами. Это как раз говорит, что мало иметь войска, мало иметь захваченный город, нужно еще голова и умение воевать. Ну, а потом к Крохлину приехал. Там немножко, как сказать, фуршет по случаю взятия президентского дворца. Я приперся ему докладывать. Он штук живой. Я говорю, так точно. Я говорю, у меня батарейки сели. Он, налейте этому майору. Никак нет, я капитан. Дурак ты, 17 января уже майор. После взятия дворца, значит, Масхадов объявил линию обороны по площади Минутка. Это была, в общем-то, последний рубеж, на котором они могли еще сражаться за город. Рохлина тогда спросили, сможет ли он решить эту задачу, и он поставил условие, что эту задачу он решит, но корпус должен быть выведен. Почему? Дело в том, что вот то напряжение, то вот те бои, которые как бы прошел корпус с момента начала боевых действий, показывали, что психологическая ситуация, в общем-то, напрягалась. Например, там офицеры 33-го полка, получив задачу по взятию Дома Печати, сказали, что это их последняя задача, после которой они отказываются выполнять что-то. Ну, еще до этого там и были события и при взятии дворца Совмина, когда наша авиация нанесла удар по дворцу Совмина и погибло большое количество, так сказать, наших людей, в том числе и не только корпусом, там уже и морпехи, и десантники были. И все это уже сформировало у солдат всю эту ситуацию, за что воюем, за что гибнем, за что эта глупость военачальников, которые рушат и бросают наглую бомбы собственных самолетов. Хорошо, вот у нас тут папа есть, как они стали называть Рохлина в Чечне. Не самодур и показушник до войны, потому что его так называли. Потому что спать не давал, есть не давал, все гонял по полигонам, да, заставлял. А здесь он уже стал папой. И папа, чувствуя, что дети сдают, нужен был перерыв. Басаев страшно ненавидел Льва Рохлина. Возникает вопрос, почему? Ведь там за голову Рохлина дали какую-то баснословную сумму, давали чеченцы. Там 200 тысяч долларов, если кто-то его убьет. И вот возникал вопрос, почему? А ответ очень простой. Дело в том, что на Минутке, когда шли бои, Рохлин применил тоже еще любопытную тактику. Когда вроде наши части шли в атаку, потом отходили, шли в атаку, потом отходили. И боевики прорывались, а назад уже шли с боем. То есть несли серьезные потери. И вот такими маневрами, где-то дней за 8-9, Лев Рохлин практически, его люди, благодаря этой тактике, перебили почти весь абхазский батальон Шамиля Басаева. Там можно было привести несколько примеров, но этот пример очень удачный. Сохранение людей, когда мы, по сути дела, измотали их, потом в ночь пошли на захват Минутки. И при этом не потеряли ни одного человека. Позиции были взяты без потерь. И, по сути дела, этим закончилась эпопея Грозного. Они Грозные сдали после сдачи Минутки.
При этом уже назначена была цена за голову отца, и мой брат в Волгограде попал в больницу ненадолго. И какие-то ребята чеченцы уже приезжали узнать, где лежит Игорь Рохлин. Так что все было крайне серьезно. Никто не мог понять, как долго продлится эта война, чем она обернется для России. К 5 февраля все огневые точки боевиков на площади Минуткой в городе были уже подавлены, сопротивления уже не было. И 11 февраля корпус был выведен в Волгоград. Приехал в Толстой юрт, сказал, ну все, батальон домой. Я говорю, я вас встречать буду лично, всех. Мы приехали на Черленую, загрузили технику. Были очень приятно удивлены, что нас загрузили в плацкартные вагоны. Прямо в Черленой. Пока ехали, вот там полтора суток ехали до Волгограда, перышки почистили, все. Им, конечно, было очень приятно, когда эшелон подошел прямо на первую платформу. Всем сказали, с вагонов пока не выходить, командиры частей к центральному входу. Мы туда все собрались, и было приятно видеть, нас встречал комкор, мы уже все, батя встречает, как сказал, все. Первый раз оценку его действий в Грозном я услышал в управлении кадров Министерства обороны. Мне было сказано, что если бы не Рохлин, то все бы было куда более печально и куда более жертвенно с нашей стороны. И неизвестно, как бы там и политически дальше развивалась ситуация. Такая, по крайней мере, была оценка профессионалов на тот момент, которые общались между собой на самом высоком уровне. Укреп позиции дудаевцев были продуманы действительно задолго. В этом мы убедились впоследствии. Пока я здесь учился, в Москве, была конференция, посвященная именно чеченским событиям и штурму Грозного. И когда привезли нам карту обороны Грозного, организованной во время Великой Отечественной войны, и мы сопоставили карту, которая была подготовлена Дудаевым при подготовке к обороне этого города, они совпадали практически копейка в копейку. Все позиции, все оборудования, огневые точки и так далее были расставлены именно там, как было начерчено на карте 41-45 годов обороны Грозного. На штурм Грозного весь январь, если взять, и начало февраля, да, это была кровавая бойня. Потому что городской бой всегда предполагает сильные потери. Ни один из его офицеров, который на него обижался во время учений в Волгоградском корпусе на полигоне, здесь уже никто не мог сказать ни одного слова плохого о нем. Потому что именно на практике все это сказалось. Умеют его ребята воевать или нет. Оказалось, что умеют. Из всех колонн, которые вошли в город, собственно, более или менее живой осталась Рохлинская, которая зацепилась просто за город. И если бы этого не произошло, вот это самое главное, да, если бы этого не произошло, то вот проспавшись после новогодних праздников, страна бы узнала, что российская армия вошла в город Грозный и не вышла, и прекратила там свое существование. Никто бы не стал же разбираться, сколько вошло, каковы были реальные соотношения сил, да, как выполнялся приказ, что был за приказ. Вот все, это просто военная катастрофа в том состоянии, в котором находилась страна в этот момент. Есть основания полагать, что страна бы не пережила эту катастрофу, что мы могли страну потерять просто, да. И вот то, что Рохлин сумел установить там военное управление, зацепиться за город, то есть что вот этого, этой
формально позиции нельзя было вербализовать, это, конечно, он спас страну просто. Спас Россию. Освобождение Грозного не означало окончание войны. Вернувшись в Волгоград, Рохлин планировал переформировать корпус с учетом полученного опыта и вернуться в Чечню. Но в кремлевских кабинетах были иные планы. Ставшая популярной в армии и народе фигура генерала удачно укладывалась в предвыборные технологии, позволяя правящей верхушке рассчитывать на победу в грядущих парламентских выборах. Почетная должность в Госдуме, квартира в Москве, допуск на элитные тусовки. Что еще надо, чтобы окопный генерал почувствовал себя на вершине славы? В Кремле не могли даже предположить, что Рохлин представлял собой ту часть армии и общества, которая думала и чувствовала иначе, чем они. Армия, Родина, народ. Думая об их судьбе, генерал дал согласие на предложение войти в политику, даже не предполагая, что его ждут бои куда более сложные, чем в Грозном. Знает, что с нами было в этом земном маршруте. Память и как бомбила, свой таксометр крутит. Мы с ней, играя в прятки, совесть конец теряем. Жизнь, как траву на грядке, ложью лишь удобряем. Или в шампанских брызгах мажем ванильным кремом, чтоб в новогодних визгах сверить часы на Кремль. Многих своих героев, тех, что стояли насмерть, Родина, как изгоев, лишь поднимает насмех. И пацанов, что в Грозном верными были долгу, кто же сравнит серьезно с теми, кто пал за Волгу? Год 95-й вам и не вспомнить даже, он на крестах распятый, в окнах многоэтажек, где-то у горбольницы, возле консервзавода, снайперские бойницы и половина взвода. Мы в той грязи по уши, дальше б как мухи дохли, если бы наши души не сохранил нам Рохлин. Чтобы не предать убитых, он, где горели танки, рядом с бойцом небритым шел в острие атаки. Под генеральской формой билось солдата сердце. Многим твоя реформа в глотках застряла перцем. Под криминальным боем Русь на колени встала. Над Васильковым полем взвилась воронья стая. Но мы клянемся, батя, что соберем всю силу только в ее объятия. Не отдадим Россию. Но мы клянемся, батя, что соберем всю силу только в ее объятия. Не отдадим Россию.